Hello again, it's me, Alina. Today we will cover occupations or jobs. Let's start with the word профессия, occupation. Профессия, профессия. These are often used questions regarding occupation. Кто ты, кто вы по профессии? What is your profession or what is your occupation? Кто ты, кто вы по профессии? Кто ты, кто вы по профессии? Работа, work, работа, работа. Работать, to work, работать, работать. Где ты работаешь? Где вы работаете? Where do you work? Где ты работаешь? Где ты работаешь? Где вы работаете? Где вы работаете? You can answer. Я врач. I'm a doctor. Я врач. Я врач. Я работаю на СКБ. I work at СКБ. Я работаю на СКБ. Я работаю на СКБ. Я на работе. I'm at work. Я на работе. Я на работе. Я работаю. I'm working. Я работаю. Я работаю. Let's conjugate the verb работать. To work. Я работаю. I work. Ты работаешь. You work. Он, она, оно работает. He, she, it works. Мы работаем. We work. Вы работаете. You work. Они работают. They work. Some of the occupations that you must know are программист, programmer. Программист, программист. Мой парень программист. My boyfriend is a programmer. Мой парень программист. Мой парень программист. Стоматолог, dentist. Стоматолог, стоматолог. Мой дядя стоматолог. My uncle is a dentist. Мой дядя стоматолог. Мой дядя стоматолог. Врач or доктор. Доктор. Врач. Доктор. Врач. Доктор. Доктор лечит людей. A doctor cures people. Доктор лечит людей. Доктор лечит людей. Профессор. 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 Профессор.
Мой профессор по математике хорошо объясняет. My professor of mathematics explains things well. Мой профессор по математике хорошо объясняет. Мой профессор по математике хорошо объясняет. Медсестра – female nurse, медбрат – male nurse. Медсестра – медсестра. Медбрат – медбрат. Моя бабушка – медсестра. My grandmother is a nurse. Моя бабушка медсестра. Моя бабушка медсестра. Инженер. Engineer. Инженер. Инженер. Мой папа инженер. My dad is an engineer. Мой папа инженер. Мой папа инженер. Домохозяйка. Housewife. Домохозяйка. Домохозяйка. Многие женщины на Востоке хорошие домохозяйки. A lot of women on the East are good housewives. Многие женщины на Востоке хорошие домохозяйки. Многие женщины на Востоке хорошие домохозяйки. Полицейский. Policeman. Женщина-полицейский. Policewoman. Полицейский. Полицейский. Женщина полицейский. Женщина полицейский. Полицейские очень строги. Policemen are very strict. Полицейские очень строги. Полицейские очень строги. Официант, waiter. Официантка, waitress. Официант. Официант. Официантка. Официантка. Официант подает еду и напитки. A waiter serves food and drinks. Официант подает еду и напитки. Официант подает еду и напитки. Актер, actor, актриса, actress. Актер, актер. Актриса, актриса. Актер снимается в кино. An actor plays in films. Актер.
актер снимается в кино. Актер снимается в кино. Повар. Male chef. Повариха. Female chef. Повар. Повар. Повариха. Повариха. Повар готовит блюда. A chef prepares dishes. Повар готовит блюда. Повар готовит блюда. Художник, male artist, художница, female artist. Художник, художник, художница, художница. Художник рисует картины. An artist paints pictures. Художник рисует картины. Художник рисует картины. Строитель. Builder. Строитель. Строитель. Строитель строит дома. A builder constructs buildings. Строитель строит дома. Строитель строит дома. Стюарт. Male flight attendant. Стюардесса. Female flight attendant. Стюарт. Стюарт. Стюардесса. Стюардесса. Стюардесса работает в авиации. A flight attendant works in aviation. Стюардесса работает в авиации. Стюардесса работает в авиации. Портной. Male tailor. Портниха. Female tailor. Портной. Портной. Партниха. Портниха. Портниха шьет одежду. A tailor sews clothes. Партниха шьет одежду. Портниха шьет одежду. Ученый, male scientist, ученая, female scientist. Ученый, ученый. Ученая, ученая. Ученый делает эксперименты. A scientist makes experiments. Ученый делает эксперименты. Ученый делает эксперименты. Спортсмен. Спортсмен. Спортсменка. Спортсвумен. Спортсмен. Спортсмен. Спортсменка. Спортсменка.
Спортсмен занимается спортом. A sportsman is engaged in sports. Спортсмен занимается спортом. Спортсмен занимается спортом. Ветеринар. Вет. Ветеринар. Ветеринар. Ветеринар лечит животных. A vet cures animals. Ветеринар лечит животных. Ветеринар лечит животных. Переводчик. Male translator. Переводчица. Female translator. Переводчик. Переводчик. Переводчица. Переводчица. Переводчик переводит из одного языка в другой. A translator translates from one language to another. Переводчик. Переводит из одного языка в другой. Переводчик переводит из одного языка в другой. Пенсионер. Male pensioner. Пенсионерка. Female pensioner. Пенсионер. Пенсионер. Пенсионерка. Пенсионерка. Мой дедушка пенсионер. My grandfather is a pensioner. Мой дедушка пенсионер. Мой дедушка пенсионер. Пожарник. Fireman. Пожарник. Пожарник. Пожарник тушит огонь. A fireman extinguishes the fire. Пожарник тушит огонь. Пожарник тушит огонь. Архитектор. Architect. Архитектор. Архитектор. Архитектор проектирует здания. An architect designs buildings. Архитектор проектирует здания. Архитектор проектирует здания. Бухгалтер. Accountant. Бухгалтер. Бухгалтер. Бухгалтер делает финансовые отчеты. An accountant makes financial statements. Бухгалтер делает финансовые отчеты. Бухгалтер делает финансовые отчеты. Парикмахер. Hairdresser. Парикмахер. Парикмахер.
У меня самый лучший парикмахер в городе. I have the best hairdresser in the city. У меня самый лучший парикмахер в городе. У меня самый лучший парикмахер в городе. Чем ты занимаешься? Чем вы занимаетесь? This question can be interpreted as what kind of work do you do? Or what are you doing right now? Чем ты занимаешься? Чем вы занимаетесь? Чем ты занимаешься? Чем вы занимаетесь? For example, if you want to answer on the question, what kind of work do you do? Я профессор. I'm a professor. Я профессор. Я профессор. Or you can also answer, я работаю профессором. I work as a professor. Я работаю профессором. Я работаю профессором. If you want to answer the question, what are you doing right now? You can answer, я читаю книгу. I'm reading the book. Я читаю книгу. Я читаю книгу. Or you can also say, я смотрю фильм. I'm watching the movie. Я смотрю фильм. Я смотрю фильм. In Russian, there are no auxiliary verbs like am, is, are, just pronoun plus noun. For example, I am an architect. Я архитектор. This is all about occupations. So now you can say what you do for a living in Russian. Till the next lecture. Пока-пока.